Правильно, так вот. Пропахи. 17 мая, понедельник. Вот такой бензин уже высажен. Вот так. Вот это сейчас наклевка. Вот это все. Там в кустах машины. Сюда вот бросили. А это первый колодец не копали. Такая дверь. А у тебя там гараж открытый. Володя. Гараж открытый у тебя там. Гараж, гараж открытый. Гараж у тебя открытый там. Ну смотри, а то я думаю, может, забыл там. Тут вот тишина. Открывает пленку. А здесь внутри помидоры так и будут. Тут что-то отдельное колесо снял. Маленько есть малина, яблочки. Ну это так, это вот бак. Называешь шлюм богатыря. Ну а тут что? Прихожу с собачкой гулять. Сейчас не взял, ветер сильный поднялся. Думаю, дождик будет, шарика тут замочишь. О! Все белое. Но тут сделал закрытие. Тень создать, и шарик там лазит. Этот залез и лежит на его месте. Вот так. Это вот разваленный Павлов дом. Половина дома тут я строил, за вторую половину заплатил. И сейчас эти рядом живут и перехватили, все. Что-то не так в документах, на себя перевели. Так законно дарят кому-то, ну... Думаешь, веры-то на одну каплю нету. Завтра все переменится, еще глядеть будет, какими глазами. Ни одного гвоздя не забили, ничего. Но приезжает тут как гостиница для мужчин. Никого не признают, ничего нету. Веры нету, потеряно все. Ну, там первый дом. Это наш умывальник, а там он первый дом. Полезу наверх. Я вот дам.